падает, Дэвин падает. О, смотри, падает. Самолет был и летит, он падает у нас. Лёд. Еще и на улицу где-то. Дерево горит, да? Школа, туди де. Ну ми ось бачимо. Воно упало, де вулиця, прикинь. Де Любов Ніколаївна живе за Мюська. Катюха, скинеш мені відео? Дай мені. Появились кадры падения одного из сбитых российских самолетов Су-34 в оккупированной части Луганской области. В частности, падение произошло в районе населенного пункта Дьяково-Антрацитского района. Ранние военкоры российского режима утверждали, что якобы все их самолеты вернулись на базу, однако эти кадры говорят совершенно о другом. Потом, правда, появилась фотография, как их поисковики подобрали пилота Су-35 на территории РФ. А вот о пилотах данного Су-34 и другого Су-34 они молчат. Так что хлопнули три российских самолета за день, с чем я всех и поздравляю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.